Греко-римская борьба. Именно в этом виде спорта нашей области когда-то не было равных. Курганские спортсмены не раз завоевывали призовые места и становились чемпионами мира. С каждым годом греко-римская борьба становится все более популярным. Об этом говорит количество спортсменов, которые приехали на турнир в Курган. В этом году на пятый турнир приехало рекордное количество участников. 400, если точно, не могу сказать, 480 человек. Поэтому нам предстоит очень трудная и тяжелая работа. Борцы не то что суеверные люди, но мы не загадываем наперед, потому что ковер круглый. Кто победит, тот победит. Победит сильнейший. Турнир является одним из крупнейших, проводимых в Курганской области и ежегодно собирает сильнейший состав участников. В этом году мемориал Парышева юбилейный и проходит в пятый раз. В торжественном открытии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин. Вот есть то самое патриотическое воспитание, когда на конкретном примере конкретного человека, я имею в виду Николая Васильевича Парышева, мы воспитываем молодое подрастающее поколение. И мы приняли такое решение, что в самое ближайшее время будет учрежден и турнир в честь памяти Вадима Федоровича Горбенко. Я думаю, что это будет справедливо. По жизни они оба были друзьями, приятелями. И пусть светлая память будет этим замечательным людям. Курганскую область на турнире представляет более сотни борцов. Всего будут разыграны 33 комплекта наград в трех возрастных группах. Младшие юноши, юноши-старшие и взрослая категория спортсменов. С каждым годом эти соревнования все больше популярны. Я думаю, замечательно, что большее количество спортсменов приезжает в наш город. И надеюсь, что и в дальнейшем наш город станет каким-то определенным центром спортивной жизни. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».